Мы на самом деле так и не смогли выяснить, кто стал инициатором того, чтобы их заклеить. Но предположение такое, что либо это чья-то нелепая шутка, либо это действительно какой-то протест. Почему? Потому что в специализированные урны выбрасывают абсолютно любой мусор. Это и бутылки, и окурки, и так далее. То есть то, для чего они, собственно, предназначены, туда не отправляется. Мы привели их в порядок, мы вновь установили чистые пакеты и надеемся, что наши сознательные горожане будут все-таки использовать специализированные урны для собак по назначению. Тем более, что рядом стоят урны и обычные отходы лучше отправлять туда. И вообще хочется сказать, что понятное дело, что это эксперимент. Эти урны для собак были установлены экспериментально и любой путь, он довольно тернист. Но мы верим, что наши горожане действительно научатся использовать их по предназначению, не будут складывать туда отдельно какие-то мусорные отходы, а именно будут использовать все-таки по назначению.